Здравствуйте, мальчики и девочки. Как всегда, приглашаю вас на сайт heroesportal.net. Сайт, посвященный всем частям героев с первой по седьмую. Огромное количество информации по всем играм. Также карты, форум, турниры и прочее. И, кстати, карта, в которую мы сейчас играем, как раз с того самого сайта. Так, а закончили мы вот на чем у нас. Так, здесь мы сейчас глазастиков рубим и проходим. Вот у нас красный, а где у нас вообще красный игрок? Да, смотри, тут тоже у него вон много всего. Ну давай, рубить глазастиков. Ух ты, ух ты. А, ну мы сейчас им просто забывчивость пошлем, и они не будут у нас стрелять. Прекрасно. Вот и все. Теперь мы будем сами их колбасить. Так, так. Нет, мы ждем, чтобы нам сейчас жажду крови дали, чтобы они по максимуму стреляли. А вот теперь можно будет сейчас и стрелять. Так, ух, тихо. Ты смотри, что творит-то. Ну давай, сколько он сразу-то... Ага, прекрасно. Вот его скорость 8. Ух ты, 6. Ну давай вот этого тогда зарубаем, раз у него скорость 8. Эх, мантикоры. Загораживай наших ребят. О, сейчас всех заколбасит. Так. Чудище. А чудище у нас... Блин, чудище, вот, ну почему вы такие тормозные? Вы такие хорошие. Но вы такие туды твои тормозные, что просто дальше некуда. Так. А это заколбасит... Да, без проблем. Ну все, вот что значит. Да, да, можно тоже. Нет, ну надо же. Ага. Так. Без потерь, прекрасно. Да, самое главное, чтобы магии хватило. Блин, как вас тут много-то. Эпическая сила. Ау. Так, бой будем сохранять, чтобы не переигрывать если чем. Хорошая вещь, короче, забывчивость. Да, и опять то же самое. А еще хорошо, что у нас мана дофига. Теперь понимаете, да? Какой хороший навык. Ой, господи, интеллект, который дает 2 раза больше маны. Так, так. Так, опять ждем. Теперь у нас жажду крови, чтобы больше они... Колбасили, за раз убивали. Эх, маловато циклопов, конечно. Ух ты, здорово, вот это мне нравится. Угу, ну давай загородим их. Так, ну просто прекрасно. Оттуда твой налево. Слава богу, не тех они заколбасили. И это хорошо. Блин. Ну надо же так, а? Всех? Нет, не всех. Так, птички. Ага. Не заколбасит всех. Тогда вот так вот сделаем. Пока, месть. Так, ждем. Давай вот этих ты. Ух ты, красиво. Куда? Нет? Нет, слава богу. Так, всех, всех. Красиво. Да что вы, блин, делаете-то? Сволочи. Так, ага. Так, ну сколько мы там потеряли? 2. Ну, тоже ничего. О, эксперт-лидерство. Ну, у нас теперь... Хорош тоже вещь, эксперт-лидерство. Правда, мы так и не получили. Стрельба хорошо, все хорошо, кроме ничего мы по путешествиям не получили. Сила магии на 10 баллов. Она нам, в принципе, сейчас пока и не нужна. Можно ее не надевать. Силу магии. Так. Глазастиков мы не будем брать. не будем брать. Просто будем захватывать... так. Просто будем захватывать, чтобы красному ничего не доставалось. Где там вообще красный у нас? Так. Созерцатели хорошего воина. Хотите взять? Пока нет. Так.
Пока мы просто... Так, опять, да? Да. И как хорошо, что у нас, да, есть вот эти птицерухи, и мы ходим первые. Правда, если были бы драконы какие-нибудь, против драконов мы первыми, конечно, не ходили. Так, ага, ждем опять то же самое, тот же самый принцип у нас. Блин, надо расставить, правда, немножко, чтобы чудище в середине, чтобы они могли напасть. Ого, вот то самое. Чтобы они могли на любого напасть. Так. Сколько он там заколбасил-то? Мало. Мало, 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 мало. Так, и чудища. Чудища у нас, блин, вот то, что надо было посередине, они бы сейчас дошли. Стоп, ладно, ну-ка, дай чуть-чуть переиграю, да? Немножко совсем. Не хочу. Так, чудища. Да, я хотел расставить, чтобы чудища были посередине. Вот так вот сделать. Точно. Поехали. Так, ну давай. Созерцатели. Так, забывчивость. Упс, забывчивость. И все. И не стреляют. Поехали, 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 поехали. Так, жажда крови. Прекрасно. Прекрасно. Блин, вот они в одно место пошли. Сволочи. Ну ладно. Так. Подошли. Так, мантикоры, мантикоры, мантикоры. 114. Давай этих, этих больше. А эти ходят раньше. Да, а эти сколько? 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, до мантикор дойдут. Зря я мантикор сюда поставил. Ох, зря. Ох, зря. Мантикор я сюда поставил. Так. Ну ладно. Ну давай. Попробуем заколбасить всех. Да, 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 да. Вот теперь никто не дойдет у нас. Типа пусть стоят. Жажду крови. Ну давай. Ай, а че на птичек-то не наслал? Жажду крови-то. Ну ладно. Так, упс. Слушай, я надеюсь, у нас... Все-таки выживут. Да. Так, птички, ждать. Сколько у вас там здоровья-то? И это... Ничего себе, это 60 всего-то. Вот так вот ранили. Я-то думал, они, блин, посильнее. Да это как их много-то, а? Сохранить, ладно. Не-не, вот это вот мы... Так, ну давай, ладно, кто там, кого еще-то бьем. Опять все то же самое. Блин, мы сейчас маны убьем на них очень много. По-другому никак. Да, иначе мы потеряем... Ну, издалека же они стреляют-то неплохо. Есть только мантикор подставлять. Ну, в принципе-то у нас можно пока тратить ману. Так, ждем, 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 ждем. Так. Можно тратить. Маны пока много. Так что дальше мы поменьше потратим, потому что дальше, я смотрю, там не стреляющие будут у нас. И поэтому мы сможем... У нас поменьше будет тратиться маны. Так. Ну, всех... И давай всех. Ну давай. Без потерь? Без потерь, слава богу. Так, прекрасно. Да что ты? Все равно, блин. Ну не дает, ну никак нам дойти до этого последнего. Так, поехали. День первый. Угу. Че у нас там красный, синий? Тук-тук-тук-тук-тук. Как они быстро отхаживают-то? Ага, сохранить. Второй день сохраняем. Поехали дальше. Так, этот чувак у нас, ну, потому что он не справится с драконами, он у нас пойдет. Может тут помочь ей? А чем он ей поможет? Что у него есть? У него нифига нету. Пусть идет. А, да, мы же решили, что он этих колбасит.
А, через эту пройти надо. Да. Вот самое интересное. Ага. Подожди, скорпикоры. Так, стоп. Сохранить день 2. Угу. А, нет, это просто сюда, в это, в нижний уголок. Так, а, у него нету. Так, давай у тебя. Ну, правда, мы вернемся. Так, просмотр земли. Так, 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 девочка у нас вот здесь. А, здесь просто. Хотя. А, вот, возможно, проход-то где. Вот он, может быть. А может быть и не может быть. А может, может быть, кстати. Ну, сейчас попробуем. Ладно. Блин. Стоп. Так. Сейчас мы быстро разведаем. Так, ну ладно. Эй. Так, одиночная. Стоп, 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 стоп. Девка у нас. Ай, она у нас все равно тормозная. А ты, я не понял, почему ты. Че, и назад не можешь пройти, что ли? Ты же только что сюда прошла. Ну ладно, фиг с тобой. Так, ладно. Иди ты туда. Сам не знаю куда. Так, ты у нас собираешь. Себе эксперт оружия. Опс, куда я пошел, непонятно. Ау, не туда надо было пойти. Надо было пойти этому, что ли, помогать собирать. Стоп. Так, нет, давай вот ему будешь помогать собирать. Ты у нас сюда все правильно идешь. Ты у нас так. Так, эксперт оружия. Иди, пожалуй, да, ты тоже набирайся опыта, чувак. Пока ты у нас такой тормозной. А ты у нас... Ага, стой в уголке. Кури бамбук. Не мешайся пока. Так, спать. Тарнум. Так, нет, давай... Ой, давай зверей сначала. Блин. Так, 500. Ох, как мне вот это, да, прудгидр, блин. Сейчас хоп, минус 50 маны. Че, забираем гидр, да? Сейчас минус 50 маны. Ну-ка, стоп. Сохранить. Давай, 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 давай. Опс, минус 52 маны. Блин. Хоть не ходи через эту фигню, блин. Да. Городок. Вот самое интересное, что в этот городок никак не попасть. Вот это вот тоже прикольно, блин. Смотри. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И все перекрыл тут. Да. Ну, чё вам? Иди. А ты в этот городок это как пройдешь у нас ближайший? Да. Давай через ману пройдем. Посещено? А, не посещено. Посещено, посещено. Посещено. Ага, не все посещено, оказывается. Да, тогда ну, давай. Вы внезапно упал в обморок, потерял немного магической силы. Ага. У нас ее не было. Эпическая сила. Магической силы. Да, ладно, зверь, ходи тут. Так, а ты-то что у нас там будешь делать, девка? Я даже не знаю. Тут у нас какого уровня? 7-го? Что тебе там делать? Ну, идти этой попробовать помогать. Нет? Сарафина. Ладно, иди попробуй там. Так, ты у нас просто шляешься. Делать нечего. Ну, давайте. Теперь наши основные ребята. Основная наша группа. Ага. Сохранить. Вот теперь мы сохраним второй день. Мана, 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 мана у нее. Маны, 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 маны. Мы не любим каши маны. Мы достаточно. Так. Опять забывчивость. В
Все то же самое. Так и тын, 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 одинаковые такие битвы. Блин. Ну, все равно я люблю, да, я люблю играть, я люблю вот это наблюдать. Процесс. Кому не интересно, пожалуйста, мотайте. Уже не раз говорил. Ну, в смысле, перематывайте, а не мотайте отсюда. Так, а не туда я скорпикор поставил. Ну, ладно. Упс. Так, и этих... Упс, точно. Так, ждем. Давайте. Чудище. Ух ты. Что-то у меня чудищ мало. А, это у нее точно. Я что-то подумал, что это у нас... Нет, это не Тарном. Я думаю, он сейчас идет туда завоевывать, а чудище-то у него раз-два и копейка. Я обчелся, блин. Так, все, ну, последняя куча. Все эти улучшенные быстро ходят, глазастики. Так, ну ладно. Давайте сейчас загородим немножко, чтобы сразу они не напали. Ждем, ждем, ждем. Жажда. И жажда. Так, 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 так. Ну, главное, ни у кого, чтоб удачи не было. Нет? Класс. Так. Давай прикрываем. У этих вроде удачи не было. Упс. Так. Красиво. Ну, вот и все. Угу. Раз. Упс. Ну, не будем. Будем вот этих вот. Два. Ага. Три. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Слава богу. Блин, я каждый раз, ну, чтобы не трогали, блин. Да фиг с ним. Ну, заколбасили, да, скорпикоров. Двух наших потеряли. Великие потери. Так, надеюсь, сейчас у нас будет тут замедление. Угу. Оп. О. Так, вот теперь у нас будет немножко попроще. Ладно, давай так сохраняем. Ух ты, шлем божественного просвещения. Эпическая сила. И здесь... Тьфу, не хватает, да, надо было, блин... Да, где у нас этот полет-то, блин, наш... Не там. Ну ладно, что теперь, не все сразу. Да ладно, что вы. А сколько у них тут? Слушай, можно даже и без магии, наверное, обойтись. Они раз-два, за два раза дойдут? Нет. А давай попробуем без магии, чтобы не тратить ее. Чтобы нам зазря ее не тратить. Так. Так. И так. Ну давайте, ребята. А сколько он заколбасит сразу? Смотри. Опс, а этот? Опс, прекрасно. Так, забьет сразу. 3,50, полторы. Должен забить. За раз просто. Ай-яй. Не будем без магии. Не нравится мне это. Нет уж, лучше 4 очка магии потратить нафиг. Да. Ну, господи, медлительность. Там же у нас всего 4 очка стоит, да? Да, 5. Какая беда. Ну, зато будет без потерь. Так. А зачем я, правда? Блин, она бы могла у нас отщелкнуть. Ну, ладно. Так, и мы сейчас потом еще поделим... наших ребят. Ух ты. Вот это вот другое дело. Вот это мне больше нравится. Вот это мне нравится больше. Намного. Угу. Ну, теперь можно и колбасить. Теперь даже можно чудищем в бой идти. Воу-воу-воу-воу-воу. Дойдет? Нет. Так. Ага. Вот так вот больше мне нравится. Так, да, вот это лучше.
Без потерь. И немножко разделим, да? Угу. Так. Нет, чудище в серединку поставим. Ладно, пусть чудище в серединке будут. Так, разделим сюда. Сейчас нам еще будут они насылать. Так, сохранить. И поехали дальше. Теперь они три кучки. Так, 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 так. Блин, тоже как их много-то. Сколько зато она сейчас опыта наберется. Это просто вау. Теперь обязательно медлительность, потому что их вообще 5 кучек. Без медлительности вообще никуда. Так. Ладно, ждем, 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 ждем. Вперед, вперед, вперед. Буль-буль-буль. О, это что, 2 что ли вы всего? Ух ты, как много-то. 3. А почему они тогда так на 2 ходили? Один только на 3 пошел. А, чтобы они их не добили наши эти. Логично. Мудро, мудро. Так, завалили почти одну кучку. Нет, будем ждать. Вы что, ребята? Так, так. Так, все подождали. Ау, надо было еще жажду крови на птичек. Да блин, ну еще и дальше. Слушай, почему у меня удача не срабатывает? Она же у меня тоже типа с удачей, блин. У нее причем такая супер-супер удача. Давай, загороди. Все равно ты не ходишь нифига. Так. Колбасим всех самых ближайших. А теперь вот так вот делаем. Всех, что ли? Нет. О, как прекрасно-то. Так. Птицерух не пойдем. Их поранят. Ну, вот этих давай. Чтоб не выпендривались. Так. Ну что, 88, которые. Блин! Алло! Нет, не хочу. Ей-ей-ей-ей-ей-ей. Нет, я, вы что, издеваетесь, что ли? Нет, 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 не теряем ни одного чудища. Вы что? Ребята, зазря тут, блин. Нет, тогда не стоит идти вперед. Тогда будем ждать вообще. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Не будем. Все, ждем. Все, пусть, 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 пусть. Да. Ну, потому что мне это не нравится. А, вот нас счастье, да, нашло. Так, все, 7. Это отлично. Так. Все отстреляли. Давай, 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 приближайся. Вот это вот лучше уже. Так, блин, сколько на них удачи. Да сколько же у вас удачи-то, эпическая сила. Да. Это слишком много, блин, у вас удачи. Так, 114, прекрасно. Прекрасно. Так, 61, 3, 4, ну... Нет. Подождем. Так, все пусть подождут. Ай, 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 ай. Так, теперь вот так вот. Угу. Так, давайте птицерух тоже. Угу. Так, ну что, колбасим вот этих вот. Почти всех. Так, почти всех. Вот так вот. И теперь у нас 61. Вот так вот. Вообще без потерь. Раз, два, три. У них три. Три.
Тогда не будем их бить. 6-6. 3. Побьют одну, могут побить. Так. А здесь. Да, всех сейчас заколбасит, точно. Вот, теперь, да, теперь получше. Тут что-то, блин, да, вообще мне не нравится все это. Вот теперь, да. Все, без потерь. А то чудище, блин, чуть не потеряли. Блин, тоже сволочи сильные. Блин, давай второй день, ладно, сохраним. Тоже сильные. Гады, блин. Как их много, и столько времени сейчас на них тут потеряю. Ради чего? Ну чтобы лабиринты... Ага. А, стоп. Давай-ка объединим сейчас. Ну ладно, прежде чем заходить в лабиринт, ну, для прикрытия наберем. Так. А вот здесь можно, наверное, и не... Чуть-то кучки-то за раз сейчас заколбасим. Так, так, так. Так, так. И так. Можно даже не тратить магию. Ага. А у них скорость 9. Значит, в следующий раз они пойдут быстрее. Нет, тогда мы вот так вот сделаем. Блин. Зазря. Ладно. Почти всех заколбасил. Зря потратил магию. Да сейчас, если бы они подошли, то потом чудище и эти птицы грома тоже, да, всех бы засандалили. Тогда не будем тратить. Ну, если честно, нам минимальное даже количество магии все равно будет необходимо. Видели, да, что там старному? У него вообще с магией беда. Так, так, так. Так, нашлем магию. Так, и на чудище. Прекрасно. Вот теперь. Да, так. И вот так. Просто замечательно. Ай, чудище. Ладно. Ну, давай хотя бы этих заколбасим. Не дошли немножко. Ух, не дошли, не дошли, не дошли. Только бы у них удачи ни у кого не было. Так, 52,5, а у тебя мало. Нет, тогда вот так вот сделаем. Ага. А чудище сколько? А, 9. А эти? 8. Значит, они не пойдут. Да, все равно надо было, наверное, медлительность. Ну давай подождем, пошли они, все. Да, без медлительности никуда. Да. Ну, сыграли, да, немножко так. Без медлительности никуда, да. Тогда вот так вот делаем, все. Так, так, так. Нет, никуда без медлительности. Даже если с маленькими кучками... Все равно. Очень большая у них скорость. Они на своей земле, что ли? Почему у них скорость-то такая огромная, блин? Не 8, а 9 даже. Так, жди. Да, ну, ждем, ждем. Все отщелкали. Так. Да, против нейтралов хорошо воевать. Опс. Так, птичек тоже. Ну, потому что у них нету антимагии, например, да? Никто не насылает. Оп, всех нет. Ну, вот теперь можно всех колбасить. Чё их тут всего ничего? 9, 8, 6 и 4. Вот теперь все. Вот какая хорошая вещь, да? Так, и мы сейчас наберем тут у нас кучку. Угу, для защиты. Конечно, возьмем. А, тут, ой, еще их и бить надо. Вот я не знал-то. Ну, побьем.
Да, минотавры. Ну давай, возьмем три минотавра. Возьмем. И дальше. Так. Пять сохраним. У нас теперь минотавры будут у нашей компании. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Опять медлительность. Почему не 5 баллов? Почему не 4 балла стоит? Обычно они часто 4 балла стоят. Так, 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 так. Жажда крови. Жажда крови. Все, вперед. И опять то же самое у нас. Бойня. Та же самая. Да, даже если бы не было у нас стреляющих, мы бы, например, могли бы их разрядить, да, кучки. Мы бы, например, могли магии добивать. Но опять же, для этого надо, чтобы было много баллов магии. Поэтому стреляющие нужны всегда. Вот именно для того, чтобы прекрасно биться с нейтралами. Вот с такими вот нехорошими. Так. Ну давай, ладно, преградим. Хотя уже толку-то. Упс. Упс. Ой, как хорошо-то. Вот и все. Так, 64. Заколбасим всех. А вы у нас урон-то всего, скорее, наверное, никакого-то и не нанесете. Да, всего 7 штук осталось. И здесь то же самое. Всех, всех. Всех, всех сразу. Птички, три кучи сразу за сандалии. Красавцы. Молодцы, птички. Так, еще раз сохраняем бой. Чтобы не переигрывать, если что-то не так, все игры. Так, все, они сыграли. Теперь у нас последнее. Да, сохранить. Угу. Ну давайте, что вы там интересного-то еще найдете? Еще одна подвода. Господи, как их много, этих подвод. Кому-нибудь отдать бы их. А у нас... Да у меня этих подвод уже... Да ядрени стрешни, смотри. Так, ну и еще одна. Блин, смотри бы, смотри, сколько бы там это. Да, слушай, вот бы сейчас всем отдать-то. Да. Еще одна подвода с Рудос. Черная палатка ключника. Чтобы нас пропустили. Спасибо. Так, и теперь у нас будет самое интересное на следующей неделе. А мы на следующей неделе посмотрим, что у нас ждет. Так, здесь мы всех набрали. Я забыл, да? Да, 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 всех набрали. А здесь, в этих городах, тоже, по-моему, всех набрали. Нет, никого пока не набирали. А, единственное, что у нас вот, вот этот вот город. Так, раз. А, последний, да, у нас в кустах недосягаемый. Там его только может достигнуть. Ух ты! И что, и все? Эпической силы. Да, Горгон-то дофига, только мы их почему-то набрать не можем. Да, обидно. Гидры, виверны. Все? Все, похоже. Гидры и виверны, все. 1000 рублей осталось. Да, денежек, конечно, маловато. Ну, поехали дальше, ладно. Та-та-та-та-та-та-та. Вот что бывает, когда яйца не съедены. 41 дополнительные птицы. Да, в горок. Прекрасно. В гороке. 41 дополнительно. Ну что, пошли. А, сохранил, да? Прекрасно. Давай, бьем этих. Так-так-так-так. Вот у нас единственное, что стреляющих нет нифига. Это, конечно, обидно. Так, да, какая разница-то? Угу. Начать битву. Что у нас тут? Землетрясение.
Да вообще ничего. Жажда крови увеличит прямой повреждение всем дружественным подразделениям. Чем... О, повреждение со всеми дружественными подразделениями. Давай жажду крови на всех прям. А. Ждем. Так. Давайте. Опс, обсдался. Ну, потому что... А, ну давай, да. Еще тогда жажду крови. И на наших вот этих вот. Прекрасно. Так. Теперь скольких он сразу заколбасит? Красота. 64. А почему они не ответили? Так, и этих. Так. А вот эти у нас урон сколько? 2-5. Их 200, так, 1000. А у этих 6-10. 60 на 6. Да. Больше должен быть урон. Ну-ка, стоп. Угу. Ну чё, пойдем. Хотя вот эти вот сразу бы... Ну давай, ладно, фиг с тобой. Много, очень много. Потеряли. Блин, смотри. Скольких? Ух ты, тоже много. Упс. Так. Упс. Всех. Ай-яй. Обздали. И сколько же мы сейчас потеряем? Угу. 6. 15, 5. 6 вивернов, 15 и 5 стрекозочек. Скирт сопротивления. Вот она, основная магия земли. Класс, 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 класс. Ну давай, ладно. Тоже 1000. Ты у нас просто так шляешься. Ты у нас вроде должен помогать собирать. Но ничего ты не будешь помогать собирать. А ты у нас далеко ходишь-то? Ну-ка, стой, сейчас вот этой девкой посмотрим, как девка у нас далеко ходит. Пойдет по вот этим землям, да? И она у нас фигня ходит. Да. Ну, чё, идти этих собирать. Так, ты чудищ, ну иди бери чудищ. Да, прекрасно, чудище. Гнездо на скале. Так, ты у нас... Опс, посещено. Опс, 50. И еще 50. Как мы лихо, блин. Вот где ману-то, да, надо зарабатывать. Просто прекрасно, блин. Так, это все посещено. Да, все посетил у нас. Просто вообще классно ману зарабатывать. Так, ты у нас, получается... Ну ладно, ты спишь дальше тогда. А чё толку-то? Слушай, жалко, конечно, вот Селута Виверна терять. Да? Виверны эти... Я вообще не знаю, дойдет ли он там с такими темпами. С такими потерями. Как он далеко дойдет. Непонятно. Ну ладно. Ладно. Пусть колбасит. Так, ну что, сохранить. День третий. Или вернуться вниз, взять еще. То есть вот сейчас вот этот зверей просто наберет. Даст ему еще. Ну это долгая история. Ладно, пусть. Так, ну чё, девчонка, давай. Дальше колбась. Опять медлительность. Прекрасно. Опять все то же самое. Все то же самое занудство, можно сказать. Ну ладно, ладно, шучу, не занудство, нормально. Так, воу, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Они еще и с удачей у нас. Не дадим мы вам удачи.
Все равно заколбасим, все равно победим. Так, а эти я... Ну что, пойдем, не пойдем? Не, пока не пойдем, давай подождем пока. Подождем. А, вот этих вот можно заколбасить, 29. И нет-то. Ждем. А я бы даже отошел назад. А мы подождем. И все теперь тоже подождем. Так, только неудачу. А, это ё-моё. Не дошли, слава богу. Так, и птицы рук, класс. Все, вот теперь прекрасно. Так, и... Прекрасно. Прекрасно. Ну чё? Все тоже без потерь. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот всего-то, да? Замедление и никаких потерь. Так, чё, да возьмем этих? Или на обратном пути лучше мантикор возьмем? Знаешь, что, возьмем на обратном пути лучше мантикор. Мантикор у нас прикольнее. Не хочу. Все, лабиринт охраняет Минотавра. Ну, конечно, хочу сразиться со стражами. Так, так. Ау! Чё, отщелкнул-то зачем? Так, не хочу брать на службу. Сохраним и поехали дальше. Ребята. Так, осталось у нас всего-то ничего. А, слушай. Ну чё, лидеров не трогай, сокровища. Что за сокровища там? Там что, какие-то сокровища были? Чё-то я не заметил. Честное слово, не заметил. Если были сокровища там. Слушай, непонятно вообще, зачем этих минотравов взял. Минотравров. Ну, есть только пожертвовать их где-нибудь. Так. Так, для прикрытия. Толку-то от них. Никакого. Абсолютно бестолковый. Так, вперед. Нет, нет. Ай. Все равно только со штрафами. Ждем. Все ждем, что поближе подошли. Опа, кругами пошли. Вообще красота. Вообще красотища. Пошли кругами у нас. Так. И теперь, ну что, всех нет. Но зато, ну просто прекрасно. Все равно ждем, да? Да потому что сейчас вот этот вот пойдет, например. А мне этого не хочется. А, вот, давай вот это вот заколбасим. Так, и птицерухи давайте. Нет, ждем. Ага, эти дойдут тогда. Нет, ждем. Давайте все ждем. Ой, какая страсть-то прям. Только неудачу. Ай. Блин. Заколбасили. Не хочу. Не хочу терять чудище. Терять чудище не хочу. Не нравится мне терять чудищ. Не очень мне нравится терять чудищ. Вот так вот. И будем мы тогда ждать. Ждем, ждем. Так. 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 Жажду крови. И жажду крови. И жажду крови. Всем жажду крови. Какие они хорошие, да? И не надо лишние заклинания тратить. А-а-а. Сволочи. Хотя нет, с одной стороны, очень даже хорошо. Смотри, уже их заколбасил прилично. Так, ждем. А мы все ждем, да. Только бы не было дополнительных. Вот. Ух ты, какая беда прям. Типа поранил. Так, ну что. А, чудищем жажду крови давай. Так. Загородим. Так. 57. Опс. Прекрасно. Опс, прекрасно.
И отойдем. Сколько у них там? 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, если что, все равно дойдут. Сволочи. Угу. А мы вначале... А, мы же вначале первые пойдем. Ну, давай попробуем. Ладно. Так, птицерух. 34. Упс, сразу насмерть. Ждем. Так, и... Вот все, вот теперь хорошо. Вот теперь мы чудищ не потеряли. А то я уже совсем расстроился. Так, вот теперь мы не потеряли ни одного чудища. Минотавры... Так, ух ты, какая беда. А, нет. Блин, две птицы рухи потеряли. Ну ладно. Герб доблести 20 тысяч денег. Так, ну ладно, две птицы рухи, это не так страшно. Поехали дальше. Угу. А вот это вообще стоит? Раз, два, а потом... Сколько у них скоро? 9. А-а-а. Стоп. А, нет. Ну-ка, вставай. Обойдемся? Нет, без магии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, во. Прямо классно. Еще раз. И еще раз. Давайте, птички. Ну, загради просто так. Для понта. Да? Ага. Ага. Класс. Класс, 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 класс. Блин, а потом эти пойдут. Колбасить. Блин, нет, опять надо было. Ладно. Неправильно. Опять надо было медлительностью начинать. Да, надо было с медлительности начинать. Ну ладно. Давай так. Ох. Итак, и еще раз дойдут. Сэкономил, называется. Че? Да. И что, и много, 7 потерял. Сэкономил сколько баллов-то? 5 баллов сэкономил. 7 потерял. Ну че? Да. Стоит оно того, нет? Потерять 7, сэкономить 5 баллов заклинаний. А у нас 194. Не знаю. Нет, ладно, не будем. Не хочу я терять армию. Лучше давай. Да, нашли медлительность. Ладно, все, нашли мы медлительность. И не будем терять наши армии. Так. Ну, опять, как всегда. Все то же самое. Скучное и занудное. Да, слушай, блин, у нас ну весь день сегодня в битвах вот этих вот тормозных ребят прошел. Практически весь день. О, зато смотри, как колбасит. Вот это вот теперь мне нравится. Да, всех, всех сразу. Не, даже не пойдем, будем ждать. И будем ждать, вот и все. Блин, они такие скоростные, они на своей земле, что ли, такие скоростные. Да, хочу сразиться со стражами. Так, так, вот и все. И брать мы их не будем, не будем. Так, а здесь чего? О, 250, туча. Там, по-моему, они, наверное, что-нибудь охраняют. Да? Попробуем? Ну, давай попробуем. Что-то они у нас будут охранять. Да? Я думаю, точно что-нибудь охраняют. Или просто так куча стоит. Так, всех отщелкну. Ай-яй-яй-яй-яй, жажду крови не дали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, жажду крови. Жажду крови. И теперь... Ага, нет, просто... Просто стоим. Так, ага. О, блин. Вообще красота. Толку-то... Ну ладно, давай в этих колбасим. Да потому что этих сейчас завалит. Не напрягаясь.
Нет, не пойдем. Так, ждем. Все ждем. Только-только-только. Нет. Неудачу. Нет, слава богу. Так. Ага. Вот теперь на всех мы удачу наслали. Точнее, жажду крови. Теперь у нас все ребята будут хорошо биться. Так, а ты у нас... О, мне это не нравится. Давай отойдем. Да потому что 88 это много. Они могут нашу птичку покалечить. Все без удачи, да? Класс. Все. Вот это классно. Так, все. 88, 31. Ага. Ну, просто красота. Вот теперь тоже без потерь. Так, и что они охраняли? И ради чего мы их били вообще просто? Ага, 10 тысяч золота. Ничего себе. Так, неплохо. Ладно, здесь мы все побили. Дальше мы никак не пройдем. Ну, давай пойдем туда дальше. Итак, Тарнум. Вот сейчас у нас самый основняк пошел. Так, сохраняем. Даже... Я даже сохраню вот эту вот, вот такую промежуточную вещь. И вперед. Да? Упс. Черная стажа граница. Монолит выхода. Нормально. Там палаточка. И тут же... А... Да, чтобы они типа не прошли. Ладно. Опс. Кто-то нас здесь ждет. А кто нас здесь ждет? Фиг его знает, кто нас здесь ждет. Ну что, делим, да? Давай сразу поделим по кучкам. Вот таким вот. И этих сразу поделим, ребят. Вот так вот сделаем. Давай, да. Ну, давай. Посмотрим, что нас будет ждать. Так, сохранить. Опять же. Пошли. Пошли. Че, прибавим еще один уровень? А сколько нам до следующего уровня-то? Так. Стоп, где оно у нас? А, опыт. До следующего уровня нам... 107, 123. Да. Ну что, прибавим? 107, 123. Всего-то. Да, всего-то 16 тысяч. Ну так, побить. Нормальное войско. Ух ты. Странным гигантским дымом ты ощутил. Вау. Ни хрена себе. Да. И что же делать? Медлительность понятна. Только смогу ли я заколбасить их всех с медлительностью? Да. И это епиндец. Или перепрыгнуть через нее. Ага, перепрыгнуть. У меня магии нету. Перепрыгнуть. Магии ноль. Полный. Просто вообще. 300. Блин, это вообще крындец. Не знаю, что делать. Что, на всех сразу, что ли? Сразу на всех. Это клево. Да, ну если только, да. Угу. Я, это крындец просто, блин. Да. Сматывать удочки. Так. Так, ну давайте поближе подойдите. Может быть, я хоть какой-то урон вам смогу нанести, блин. Более-менее. Туды твою налево.
Это просто екрындец. Ну, встань, ладно. Засети. Фух. А может, и надо было, да, в одну кучку поставить их. И этих тоже в одну кучку. О, уже. Тоже ничего. Пипиндец. Просто пипиндец, блин. Да, никакого толку. Угу. Ну ладно, сейчас попробуем, чем у нас все это закончится. Очень интересно, чем у нас все это закончится. Так, ладно, защищаем, засисяем. Так, так. Ну, давайте, да, подходите поближе. О-о-оу. Надо было... Нет, надо было, наверное, все-таки в одну кучу их ставить. Этих ребят. Да, надо было в одну кучу. Надо было. И этих тоже надо было, чудищ, тоже в одну кучу. Ну, потому что это пипец. Опс. Потому что это полный епиндец. Так, так. Сохраним. Угу. Так, а у нас... ну чё? Этих в одну... Этих в одну кучу. Разбить вот этих ребят надо будет по кучкам. Вот этих надо разбить по кучкам. А, нет, вот этих вот надо разбить по кучкам. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Где-то вот так, да. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин, я даже не дошел еще до соседних этих. А тут уже вообще что творится. Так, ладно, медлительность на всех. Защитить, защитить, ждать. На всех жажду крови. Сразу нас слали, да? Так, ну давай, так, ждем. Угу. Ждем. Так, ладно. Это пусть здесь сразу встанет. Этот пусть... тоже вот сюда встанет. Посмотрим, как они будут продвигаться, все эти ребята. 200, вообще 300. Так, 200 еще раз. Ну давай вот этих 300, что ли, разрядим. Угу. Угу. Ждать. Я в шоке, блин, честно говоря. От того, что происходит. Так, так, так. Да это просто полный пипец явный. Не знаю, насколько я эти кучки смогу разрядить. Так, уже 56. Это уже хорошо. Только, блин. Так, 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 так. Да, ждем. Так. Так, так. Так. Давайте, доходите. Доходите. Крындец. Полный крындец. Полный крызиндец. Ждем. Ну давай. Всех. Ждем. Вот смотри, теперь 80. Ну, это понятно, это ждем, да? Эти у нас... А эти сколько скорости? 2.
Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Я офигеваю над ними. Ага. Так. Жуть, жуть, жуть. Морись, жуть. На всех. На всех. Ну давай, жажду крови, на всех. Раз, два, раз, два. Не дойдет. Давай так отойдем. Типа отвлечь. Пипец. 94. Ну, естественно, да. Он убьет всех вот этих вот. Да, только тут такие кучи, блин, останутся. Мало не покажется. Попробуем развернуть их, может быть. Смогут они развернуться-то? Не знаю. Ну-ка. Да, этих всех убил. Это клево, с одной стороны. Ну давай, ждем. Давай птичками отвлечем. Может быть, кто-то пойдет сюда. Давай. Кто развернется? Ну, вперед. На разворот. Туды твой налево. Все, 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 все. Ну давай, 198 повалим кучку. Угу. Еще раз жажду крови всем. Интересно, действует вторично или нет. Так. О, 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 о. Назад, назад, назад. Давай за птичками, за птичками, за птичками. Класс, 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 класс. Так, два, да? Тогда этих сюда отводим. Птичек тоже сюда. Давайте, давайте, ну догоняйте птичек. Догоняйте птичек. Птичек догоняйте. Так, эти два. Раз, два. 15. Так, дойдут. Тоже дойдут. 15, 2. А вообще 65 на 6,5. 6,5. Да, 13. Он в принципе-то может и всех заколбасить. А может и не заколбасить. Че, ждем? Давай ждем. Так, вы у нас. Ну что, заколбасим этих, чтобы они нам не мешали. Давай, чтобы не мешались. Так, раз, два, раз, два, раз, два. Только бы у них удачи не было. Ой, блин. О! Пошел, 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 пошел на птичек. Класс. Давайте, птички, давайте, 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 давайте. Угу. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, и вернутся, и эти вернутся, и эти вернутся. Все вернутся. Так, ну чё, 150 этих 97. Ну, 150 он завалит, однозначно, да? Да, однозначно. 9-6, да, 150 завалит за раз. Так. Птички сюда. Давай, давай, гоняйся за птичками. Так, ждем. 130. Завалит. 97. Завалит. Класс. Молодцы. Так. Ага. Только бы у них торможение не прошло. Класс, 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 класс. Давайте, давайте, давайте за птичками. А птички у нас... птички очень мало. Птички у нас такой отвлекающий маневр. Догоняйте. Называется догонялки, блин. Так, эти... Нет, пусть ждут. Давайте камушками добивайте. Вот здесь 150, теперь может завалить. Так, эти у нас просто ждут всем. Жажду крови уже давно понасылали. Ну, 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 ну. Не, даже не пойду, потому что. А вот теперь давайте идите вперед, ребята. Вот теперь идите вперед. Слушай, как они у нас часто это, ну, удача на них насылается.
Давай, 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 давай. Вот теперь вперед проходите. Так, 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 так. Угу. Вот теперь, да, теперь чудища могут идти вперед. Все, всех. Нет, не пойдем, потому что не завалят. А вот чудище завалит. Чудище всех перебили практически 1500. 94 000. А почему не пришел следующий уровень? Это как так? Такой опыт и остался? Нормально, блин. Это как-то даже скучно. Что за глюк-то такой? Я не понял вообще в игре. Почему? Ну давай. А следующий уровень прибавится, когда прилетает дерево открывает, глаза пишет. 10 самоцветов. Ну давай, ладно. Это что? Это у нас. Тьфу ты, блин. Ну чё, еще за 10 самоцветов уровень. А толку-то? Ну, 10 самоцветов закопайте их среди моих корней. И что он дает? Знание плюс 1. Ну да. Знание у нас 20 уже. Так. Ага. Ладно. Ну-ка. Так, сохранить. И мы. А фонтан молодости, что у нас? Я забыл. Ага. И мы теперь посмотрим. Ну-ка, просмотр земли. А что у нас здесь на просмотре земли? А на просмотре земли у нас здесь. Так, я стою здесь. Домики. Где-то должны быть здесь, да. Где-то должны быть города. Большие города. Возможно, даже наверху. Так хочется, хочется, хочется посмотреть, где же эти города. Угу. Ну чё? Да, отстреливаем. А, стоп. А где у нас тут? Где тут птицерухи-то приплыли? В каком городе? Я забыл. Так, в каком городе у нас птицерухи приплыли? Ага, вон они. Ух ты, ё, 41. Всех набираем, конечно. Птички у нас хорошие. Так. Угу. Птички у нас очень хорошие. И виверны. А, вивернов так набрал всех. Да, ну что, дальше у нас горгоны остались. А что у нас горгоны стоят? А горгоны у нас стоят 600. А эти у нас стоят 400. А разница-то очень большая. Так что лучше брать горгон, если на то пошло. Так, виверны. 1100. Ну, они единственное, что летают. Вот единственное, что у них прекрасно. А горгоны круче. А слушай, там вообще столько горгон. Подожди, вот в этом первом городе. Откуда тут 79 горгон? Давай, всех заберем. Так, ну чё, вперед. Стрёмно как. Ну давай, 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 попробуем. И мне интересно вот Тарному пройтись. Сохранить четвертый день. Угу. Вот что у нас фонтан, во-первых, дает у нас. Ай, плюс просто. Она у нас дофига ее на самом деле. Усадьба, чайный игрок. Ай. Оу. Стоп. Так, одиночная игра. Загрузить. Так, ну-ка, стоп. Мы быструю битву сделаем, да? А он, интересно, у нас пройдет? Опс. Да, выиграли 30, потеряли 11. Так. И вот он. В принципе-то фигня. По большому счету. Очень даже фигня. И
7-42-1-15-94. Как много потеряли-то этих-то. Так. Да потому что, блин, не расставляется. Брело уже плащ драконьих крыльев. Да. А вот теперь у нас... Стоп. Вызов. Да почему тут городского портала нет? Что вы все сразу научились у нас городскому порталу? Да. Осталось у нас, конечно, мало. Ну, забили зато самого мощного игрока, да, получается? Ихнова. Сколько у него магии было. Блин, он вообще магию, что ли, не потратил? Вот дятел. Почему ты магию не потратил, а? Воу-воу-воу-воу. Сколько тут всех-то. Ну чё, девчонка у нас тогда, подожди, идет. Воу, тут и драконов. Сколько у него. И драконьих пещер, и т.д. и т.п. Просто прекрасно. А она у нас здесь. Ну чё, в города идет девка. Подожди. Так, у нас четвертый день был, да? Сохранить, просто тупо бой сохраним. Мне интересно, что тут мантикоры вот эти вот, да, сделают. Так, ну-ка подождите, да фиг с ним. Сейчас просто быстренько посмотрим. Король Лисову. Подмогу в нарок. О, 15 циклоп. Прекрасно. Так, еще этот. Так. Опс. Еще город. Вообще фигня. Это не город, это недоразумение какое-то. Да. Так, и есть здесь? Нету, блин. Да когда ж тут городской портал-то будет? Чтобы он узнал магию городского портала. Так, а у него там... О, у него там нехило. Так. Ну и сколько он уже захватил городов? Так, явно... А, вот здесь вот, наверное, еще один. Так, а девка... Она вот здесь вот, да, пройдет. Сейчас посмотрит. Так, не хочу. Ага. Прекрасно. Так, хранится ордой Скорпикор. Хотите взять его? Ну, давай, ладно. Да, да, да. Сокровище... Да, 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 да. Ну-ка, побили. Побила ордой. Блин. Сера. Сера. Все, да, пройти она не сможет. Никуда. Короче, нужна это. Нужны эти скорпикоры, не нужны. Лучше, наверное, даже. Лучше, да. Здесь не пройдешь, здесь не пройдешь, здесь не пройдешь. Полета нету. Вот, ну почему там в этих городах нету ни полета, да? Нету, да, полета нет. Так, здесь тоже только земляные элементали. Да, и восстановление мертвых. Ну-ка, еще раз. Сколько он там городов-то? Подожди, да? Еще один город. Нет. Ага. Неправильно. Неправильно. Не туда. Так, загрузить, автосейв. Не, я просто, ребят, сейчас карту открываю. Вы сами поняли, да? То есть, дурь маюсь. Ну, мне просто интересно, на самом деле, чего у нас тут, чтобы знать, какие вот... Ну, понятно, что мы, конечно, захватим все эти их города. Вот еще один. Тоже фигня. Ну, короче, все города, считай, наш. Раз, два, три, шестой день. Тоже наш город. Прекрасно. И у нас... что у нас? А, давай девка, что ли, у нас землю покажет, да? Девка, покажи нам землю. Так, ага. Оу, оранжевый-то вот здесь вот.
Так, раз, два. Так, наверху нет. Раз, два, три города уже захватил. Теперь вот здесь вот наверняка тоже должен быть город. Вот здесь вот где-нибудь тоже наверняка город. И девка. Ну, давай вот в этот город ты тогда у нас слазишь, что ли. Да? Вот в этот. И отсюда. Отсюда толку-то куда ты пойдешь? Ага, ну давай, Эльвир. Да? Давай город Эльвир. Эльвир. Прекрасно. Ничего, нормальное название. Так, блин, а эти все там застряли. Ну все, опс. Назад захватил. Ты какой хитропопик-то. Взял, назад захватил. А не отдадим. Да. Прекрасно. Не отдадим мы вам. Так. Опс. Вау. Вау. Вот она где, прелесть-то наша. Туды твою налево. Ху-ху-ху-ху, Мипхала. Ё-моё-ка. Ну-ка, стоп. Вот это веселуха. Ну-ка, отступить. Полагаю, что... А, не хочу. Потерял, да? Тут всего 4, блин. Да. Понял, блин. Ну, ладно. Нет, ну понятно, что да, мы девкой. Короче, девка, понятно, что она нам принесет удачу. Она просто соберет всех по всем городам и принесет нам. И будет нам счастье. О-хо-хо-хо. Победила Пегасов. Да. Слушай, а по-моему это самый-самый-самый сильный герой. Нет? Ну-ка, стой. Автобитва. Быструю битву уберем. Так, сохраним. И попробуем, да? Да. Ну-ка, ты сейчас нападешь на нас, да? А нам интересно посмотреть, просто сколько у тебя. 205. Так, 205. 5 драконов золотых. Так, их 241. Это фигня. Гномы фигня, 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 фигня. Короче, самое страшное — это 205 золотых драконов. И 241. Ну, короче, вот это вот самое страшное. То, что у тебя есть. А остальное все фигня вообще. И нам они, в принципе-то, будут нипочем. 29 тут чудищ, да? Так, здесь 8 чудищ. И здесь... Угу. А, ну циклопов еще, да, наберем. Да, так... И можно этих набрать, да? Горгон, например, засандалить огромное количество. Да, 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 да. Угу. Ладно. Ты сволочь, блин. А вот четвертый город тоже. Угу, да, Горгон. У нас он получается него чудищем. Так, циклопы. Чудище, циклопы. Вот единственное, что... Ладно, сохраним карту. Ага. Так, сохранить карта. Сохраним. Ну что, на сегодня пока достаточно.
Да? Блин, вот единственное, что, почему опять не строится? Вот как остальным сюда попасть, нас, героям? А я знаю, как остальным попасть героям. Их надо увольнять. Это точно. Это точно. А, подожди, а может уволиться, и он наберет... А он уволится с этими? Ну-ка, подожди. Уволится с... Стоп. Нанять в таверне. Ага, хрен наберешь. Хрен наймешь. Да? Блин. Не нанимается наша. Нет. Так. Так, загрузить. Туды твою налево. Смотри, увольняешь, а они, блин, не набираются. Они везде одинаковые, да? Да, везде одни и те же. А может, на следующий день? Ну-ка, подожди. Так, ты, если у нас загрузить, например, автосейв. Ага. Нет, автосейв не загрузится. И карта не загрузится. И бой не загрузится. Ладно. Ладно, попробуем. Блин, конечно, обидно. Как они? Они никак не пройдут сюда. Смотри, у нас все полный тут застопорен. Все, только летать. Летать они не могут. Вот. А что толку-то? Да, все, встали все окончательно причем. И девка, все девки встали. Блин, очень обидно. Ну ладно. Обидно, досадно, ну ладно. Так, это у нас что? Она у нас за серой ходила. Тут сера. Серой нафиг не нужна. Да. Блин, как вот пройти туда? Только с помощью полета. И как полет всем отдать? Ну, потом... А я придумал, как можно полет-то отдать. Ну, у этих же городской портал есть. Значит, могут полет кому-то другому отдать. Да? Шапочку эту. Чтобы там перелетели, ребята. Да, точно, 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 точно. Ну ладно, ребята. Все понятно. С картой мы поняли. Так, загрузить. Какой у нас там был четвертый день? Да, мы были. Прошел-то он. Да, четвертый день. Вот. Удачи есть, все есть. Итак, все, сохраняем мы. У нас... Сохранили. Все, давайте. Всего хорошего. Я уже понял, как будем захватывать остальные города. Вот большие, которые здесь у нас. Вот. И будем в смысле, ну, вот эти вот, да, территорию теперь отвоевывать. Итак, приглашаю вас еще раз на сайт heroesportal.net, на котором, в принципе, находится вот эта самая карта, в которую мы играем. И еще много-много разнообразных карт, также турниры, форумы и куча всякой информации по всем частям героев. Первой по седьмую. Ну, давайте, ребята, все, пока-пока.